Халид бин Султан аль-Касими, сын правителя Эмирата Шарджавая, ушел из жизни. Его тело обнаружили на полу ванной комнаты в лондонском пентхаусе. Сообщается, что приехавшая на место трагедии полиция нашла при обыске дома наркотики. По словам свидетелей, незадолго до смерти шейха в доме шла шумная вечеринка с запрещенными веществами и оргиями. Самой очевидной причиной смерти Халида считают передозировку. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Отец покойного, эмир султана Йей бин Мухаммад аль-Касими, сообщил трагическую новость на личной странице в социальной сети. Шейх Халид бин Султан аль-Касими теперь в руках Господа, написал правитель. В Эмирате Шарджа объявлен трехдневный траур. Высокопоставленные лица Дубая и коллеги шейха выразили соболезнования семье умершего. Выражаю искренние соболезнования своему брату шейху Султану Айей бин Мухаммаду аль-Касими в связи со смертью его сына шейха Халида бин Султана. Я также выражаю сочувствие сыновьям и дочерям Шарджи Аае. Прошу Господа дать моему брату терпение в это трудное время. Мы видели вашу любовь и сострадание ко всем жителям страны. Мы чувствовали, как велико ваше сердце. Я молюсь Господу, чтобы он придал вам сил в этот тяжелый момент, написал правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид. Одежда из коллекции Касими. Фото. Лиджин Медиа. Халид был дизайнером. Его бренд Касими очень популярен в АЭ. Коллекции марки были представлены на неделях моды и продавались в элитных бутиках Европы. Стоимость вещей бренда колеблется от 160 до 280 евро. Халид переехал в Лондон, когда ему было 9 лет. Получил образование в Танбридже, был награжден стипендией. Будущий дизайнер учил французские и испанские языки, закончил курс по архитектуре и попал на обучение в знаменитый колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина. В 2008 году основал собственный бренд одежды. Иногда творения Халида называли настоящим прорывом в мире арабских дизайнеров. На страничке бренда в социальной сети висит траурное объявление на черном фоне. Команда отмечает, что Халид внес вклад в развитие арабской моды на европейском рынке, а также поднимал в творчестве ряд социально-политических тем. Так, несколько толстовок из последней коллекции марки украшают надписи «Не стреляй». К слову, старший брат аль-Касими скончался от передозировки наркотиков в 1999 году в возрасте 24 лет. Это тоже случилось в Великобритании, в городе Ист-Гринстеде. Других наследников у эмира нет. Класс пост 661 008 подписчиков.